Уважаемые ветераны, труженики тыла, дорогие земляки, 71 год отделяет нас от 9 мая 1945 года, дня, когда была подведена черта под самой кровопролитной войной в истории человечества. С тех пор слово «победа» мы пишем с большой буквы, подчеркивая тем самым все величие подвига советского народа в битве с фашизмом. Для всех нас День Победы – это действительно праздник со слезами на глазах. Слезы радости и гордости смешиваются 9 мая со слезами горечи и потерь, особенно сегодня, когда все меньше остается в живых свидетелей и участников Великой Отечественной войны. В Десногорске сегодня проживают 17 участников Великой Отечественной войны, 3 жителя блокадного Ленинграда, 108 тружеников тыла. Отдавая дань памяти погибшим фронтовикам, ушедшим из жизни ветеранам, чествуя ныне здравствующих, мы понимаем, это благодаря их мужеству на передовой и героическому труду в тылу была достигнута победа. Это они отвоевали мир на земле. Ценой их крови оплачена независимость нашей Родины и свободная жизнь всех будущих поколений. 9 мая тысячи десногорцев по традиции пройдут торжественным шествием к памятникам, мемориалам, к кургану славы, чтобы возложить цветы и постоять минуту в скорбном молчании. Ветераны наденут свои ордена, медали, поднимут фронтовые 100 грамм за великую победу. Очень важно, чтобы в этот день заслуженные поздравления получили и те, кому возраст и болезни уже не позволяют принимать участие в торжествах. Никто не забыт. Этот девиз «День Победы» мы обязательно наполним реальными делами, конкретной помощью и искренним вниманием каждому ветерану. От имени всех десногорцев желаю фронтовикам, вдовам погибших, труженикам тыла здоровья, бодрости духа и оптимизма. Низкий вам поклон за мирное небо над головой, за то, что ценой невероятных усилий вы смогли выстоять в той страшной войне и возродить израненную страну. Пройдут годы, десятилетия, но память о Великой Победе будет храниться вечно. Ведь 9 мая – это праздник не только ветеранов, но и всех поколений россиян. Уверен, что внуки и правнуки победителей будут также крепко любить свою Родину, хранить традиции и всегда помнить о великом подвиге своего народа. С праздником вас, уважаемые ветераны, дорогие десногорцы! С Днем Победы! Уважаемые десногорцы, от всего сердца поздравляю вас с нашим самым главным праздником в году, с Днем Победы. Никому не нужно объяснять, что это за победа. Абсолютно, потому что мы это знаем все с самого детства. Мы росли на рассказах наших дедов о самой страшной войне, которая была, которая прошла через судьбы всей страны, которая задела нашу каждую семью. Наша страна понесла такие огромные потери. Если бы их не было, не было бы нас. Поэтому самое главное – это память о всех, кто не вернулся с поля боя. Это внимание к тем, кто живы сегодня. Не только ветераны, которые воевали. Прекрасные наши бабушки, женщины, которые вынесли на своих плечах все тяготы войны. Что такое труженики тыла? Они остались одни с семьями. Они обеспечили эту победу. Огромное им за это спасибо. Пока мы будем помнить, люди от нас не уходят. Поэтому вечная память и дай Бог здоровья тем ветеранам, которые еще с нами. Мы рады, что они с нами. И очень хочется, чтобы они прожили как можно дольше. Спасибо. От имени городской общественной организации ветеранов войны и труда я поздравляю всех наших горожан с самым главным праздником нашей страны, нашего города, Днем Победы. Желаю счастья, успехов, здоровья. В связи с тем, что у нас этот год юбилейный тоже, 22 июня исполняется 70 лет, 5 лет со дня начала Великой Отечественной войны. У меня просьба ко всем жителям. Давайте возобновим традицию. 22 июня в 10 часов мы поставим на подоконники своих домах свечи и зажжем их. Хотя бы на 5 минут. Пусть город осветится и пусть души солдат, которые погибли за нашу Родину, увидят, что мы их помним. Спасибо большое. Еще раз с праздником.